Привет-привет всем! Меня зовут Юлия Жукова, и сегодня нам приходилось раздавать деньги. Да, задание было не из легких, по той простой причине, что нужно было обойти несколько людей, десятков, для того, чтобы смочь отдать 5 человекам номинал денег в 50 рублей. Конечно, многие стеснялись, спрашивали, зачем, почему. Но приходилось вовлекать их, рассказывая историю о дне, прожитом без денег, лишь о том, что умолчав о том, что это был тренинг и все остальное. Я людям напоминала о том, что, не дай бог, оказавшись они в какой-либо такой ситуации, чтобы они не отчаивались и знали, что есть люди, которые придут им на помощь. И после этого всего люди, быстренько стесняющиеся и благодаря, уходили и брали деньги. Всем спасибо, пока-пока.